Можно ли давать собаке супрастин, дозировка? Супрастин, супрастин – антигистаминный препарат первого поколения. Это человеческое лекарственное средство относится к классу безопасных. Активно используется в ветеринарии, супрастин можно давать собакам для снятия приступа аллергии. Состав и действие препарата. Действующим компонентом супрастина служит хлорпирамина, гидрохлорид. Это вещество блокирует выработку медиатора аллергических реакций гистамина и проявляет конкурентное к нему действие в рецепторах клеток. Таким образом, хлорпирамин ослабляет течение аллергической реакции, устраняет зуд, снимает спазм гладких мышц, а также оказывает успокаивающее действие. Концентрация хлорпирамина в крови достигает максимума в течение 15-20 минут, действие препарата сохраняется 3-6 часов. Активное вещество биотрансформируется в печени и выделяется с мочой. Супрастин выпускается в виде таблеток и растворов для инъекций. Растворы для внутривенного и внутримышечного введения выпускаются в стеклянных ампулах объемом 1 мл, в ампуле содержится 20 мг действующего вещества, растворителем служит дистиллированная вода. Цена упаковки 5 ампул около 120 рублей. Таблетки супрастина, дискообразной формы, серовато-белого цвета, с гравировкой супрастин на одной стороне. В состав таблетки входит 25 мг хлорпирамина, гидрохлорида и вспомогательные вещества, стеариновая кислота, крахмал, желатин, моногидрат лактозы. Стоимость блистера с 20 таблетками от 108 рублей. Показания к применению супрастин дают собакам при аллергии, вызванной пищевыми продуктами, укусом насекомого, контактом с растениями или бытовой химией. Неадекватная реакция иммунной системы животного обычно проявляется такими симптомами: сильный зуд, в результате которого на коже животного появляется расчёсы, конъюнктивит, слезотечение, покраснение склера глаз, кашель, слюнотечение, ринит. Астматические явления, отечность лап, диарея, рвота. Ветеринары считают, что склонным к аллергии собакам супрастин можно давать также и с профилактической целью для предупреждения развития неадекватной реакции организма на прописанные лекарства или вакцины. Противопоказания, возможные побочные эффекты. У любого лекарственного средства имеются противопоказания к применению и побочные эффекты, которые он может вызывать. Антигистаминный препарат супрастин противопоказан собакам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, острыми воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастрит, колит, язва, а также животным с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата. Для этого лекарства существуют и возрастные ограничения. Щенкам его назначают с месячного возраста, давать супрастин при аллергии собакам пожилого возраста следует с осторожностью, его метаболиты выводятся почками и печенью, а у старых собак эти органы работают уже недостаточно активно. Побочные эффекты у препарата супрастин редкие, они могут выражаться в небольшой слабости, сонливости, снижении физической активности. Для людей такие побочки могут рассматриваться как противопоказание к приему лекарства, если, например, работа у человека связана с повышенным вниманием, а для животных это несущественно. При передозировке препарат может вызвать возбуждение, тревожность, нарушение координации, задержку мочи. В таких случаях следует обратиться к ветеринару. Собаке будет промыт желудок, а чтобы предотвратить обезвоживание, назначат одноразовый прием раствора глюкозы или хлорида натрия. Правила приема, дозировка. Для снятия умеренных симптомов аллергии у собак обычно используются таблетки супрастина, в виде инъекции это противоаллергическое. Средство применяется в экстренных случаях, когда есть необходимость быстро снять аллергические проявления, угрожающие жизни, например, при нарушении дыхания, развитии судорог или отека квинки. Таблетку измельчают до состояния порошка и смешивают с кормом или водой. Суточную дозу рекомендуется разделить на 2-3 приема. Дозировка для собак супрастина в таблетках рассчитывается по весу животного, вес собаки, кг суточная доза. Лекарства МГ-3, 4, 6, 4, 6, 12, 6, 12, 25, 12, 20, 38, больше 20, 50. Внутримышечные уколы супрастина делают в холку или заднюю конечность собаки. Внутривенные уколы должен ставить только специалист. Дозировка супрастина в растворах для инъекций, вес собаки, кг суточная доза лекарства МЛ-3. 4,0,3, 4,6,0,6, 6,12, 1,2, 12, 22, больше 20.
2,5. Посмотреть актуальную цену и купить Супрастин теперь можно прямо здесь с Яндекс.Маркета. Заменители. Вместо Супрастина давать собакам от аллергии можно другие антигистаминные препараты. Такой же активный компонент, хлорпирамин-гидрохлорид, содержит супреламин и хлорпирамин. Из препаратов-аналогов, имеющих те же показания, но другие действующие вещества, в ветеринарии применяют Авигел, активный компонент. Клемастина-гидрофумарат, аллервет, дифенгидрамина, гидрохлорид, кларитин и лоратадин, действующее вещество лоратадин. Цитринозертет, цитирезина, дигидрохлорид. В легких случаях для снятия аллергии собаки может быть достаточно дать 1-2 столовые ложки десенсибилизирующего средства 10% раствора хлористого кальция. Прежде чем заменить прописанный ветеринаром Супрастин другим лекарством, следует получить консультацию врача. У каждого препарата от аллергии имеются свои противопоказания, которые нужно учитывать.